Формирование здоровых привычек, а значит гармоничное развитие ребенка. Тверская область стала пилотной площадкой для исследования физической активности дошкольников. Это проект Российской ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», который стартовал в рамках нацпроекта «Демография». Подробнее об этом расскажем далее. Этот поясок с красным монитором называется «Актиграф». Он нужен для суточного мониторинга уровня физической активности детей. Малыши бегают, прыгают, играют, а полученные данные затем анализирует специальная программа. Прыгаем, бегаем, приседаем, чтобы быть сильной, крепкой и быстрой. Мы берем парашют и крутимся, а потом надо быстро под него залезть. Мне нравится эта игра, потому что вот она веселая, да, и я люблю бегать. Физкультурно-оздоровительное направление приоритетное в 161-м детском саду. Поэтому педагоги совместно со специалистами медицинского университета активно включились в реализацию проекта. Проводятся занятия и по физкультуре, и по хореографии, и футболом. Два раза в неделю дети посещают занятия в бассейне. Мы надеемся, что мы подберем ключик к здоровью каждого ребенка, участвуя вот в этом интересном и инновационном для нас проекте. В рамках мониторинга дети выполняют несколько несложных физических упражнений. Специалисты измеряют рост, вес ребенка, проводят тесты в виде игры, которые позволяют оценить некоторые когнитивные способности, например, рабочую память. Давай по одной и складывай. Вот умничка. Давай. На время. Побыстрее. Полученные в ходе мониторинга данные фиксируются в специально разработанном паспорте здорового ребенка и учитываются в дальнейшем как воспитателями, так и родителями. Конечно, родители заинтересованы в здоровом ребенке, в его активном развитии, в том числе и физическом. Это позволяет сформировать привычки здорового образа жизни у детей, что немаловажно. Руководство по детскому питанию и физической активности тоже часть проекта. Учебное пособие подарила нашему городу Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки». О здоровом образе жизни доступным языком. Чтобы дети понимали, что такое рациональное сбалансированное питание. Чтобы они могли использовать колесо питания. Они знали, что такое пирамида физической активности. Они могли сами сбалансировать свой завтрак, обед и ужин. Для малышей занятия с этим пособием выглядит так. Дети сами вырезают полезные продукты из бумаги и приклеивают их на тарелку. Молодцы! У нас на завтрак каша, сыр, масло. Еще шоколад. Проект, направленный на формирование здоровых привычек, уже поддержали около 10 детских садов Твери. Наработками заинтересовались и другие дошкольные учреждения. Ну а практика 161-го сада будет представлена на Всероссийской выставке «Здоровый дошкольник».